Победить и вернуться. В Люберцах прошел межнациональный спортивно-патриотический фестиваль имени героя Советского Союза Геннадия Зайцева. Мероприятие включило в себя серию турниров по карате, в том числе и среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Обо всем подробнее в сюжете Луизы Гезарян. Флаги 15 регионов России, а также соседних Белоруссии, Абхазии, ДНР и ЛНР. Дворец спорта «Триумф» стал международной площадкой проведения крупнейшего спортивно-патриотического фестиваля. Для люберец этот праздник уже стал традиционным. Впервые он прошел в городском округе в 2019 году. Люберцы, мы везде говорим, территория спорта. Это поистине и правда, и справедливо, потому что мы стремимся спорту на территории России. Спорт уделяет внимание, спорт пропагандирует. Мы стремимся, чтобы спорт был вовлечен как можно больше наших жителей. Фестиваль носит имя легендарного командира группы «Альфа», героя Советского Союза Геннадия Зайцева. Он лично поприветствовал участников турнира и пожелал им удачи и в жизни, и в спорте. Самое, на мой взгляд, главное качество здесь – то, что люди оторваны от улицы, от нехороших дел, я подчеркиваю. Они занимаются этим, увлеченно занимаются, тем более, значит, не хулиганят, не взорвут и так далее. Они готовят себя к серьезной жизни. Мы уже не первый год делаем встречи с Геннадием Николаевичем Зайцевым, с другими героями Советского Союза Российской Федерации, которые с первых уст делятся своим жизненным опытом, с подрастающим поколением, с детьми, с молодежью. И сегодняшний день тоже не будет исключением. Соревнования начались с показательных выступлений. Первым свое мастерство продемонстрировал спортсмен-паракаратист Сергей Симайкин. Он доказал, что даже находясь на инвалидной коляске, можно дать отпор обидчику. Не сидите дома, занимайтесь спортом. Победить, победить надо себя. Вернуться, вернуться в зал. В любой зал, какой бы он ни был, какой бы ни был вид спорта. Но если в мир карате, то великий поклон и всем ос. Затем ковер перешел в распоряжение участников состязаний. Честь городского округа Люберцы защищали 190 спортсменов. У одной из них, Анастасии Наумовой, день рождения. Но вместо празднования юная каратистка предпочла спортивный турнир. Я считаю, что это важнее, ну, тем более, что я хочу сделать себе подарок, поучаствовать. Тем более, что турниры не так часто бывают. И пропускать из-за дня рождения – нет. Всего в масштабном турнире приняли участие 900 спортсменов. Это победители, призеры региональных, районных и городских соревнований по карате. Фестиваль «Победить и вернуться» имени Геннадия Зайцева совпал с празднованием профессионального праздника сотрудников спецназа. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.